Вы видите, этот меморандум, он был заключен в этом году, в прошлом месяце, 7 мая. Этот меморандум был заключен между двумя обществами, и он подписан нынешним президентом Филиппом Моррисом и российским президентом, и поддержали, также вы видите подписи предыдущего президента Кверли, профессора Кверли, и электа, выбранного будущего президента Николь Коллан. Будьте добры, следующий слайд. И вы видите этот меморандум, то, что здесь мы частично взяли в переводе, и принимая во внимание, что Европейское общество онкогинекологов является ведущей организацией в области здравоохранения, которая стремится улучшить здоровье и благополучие женщин с гинекологическими формами рака, и принимая во внимание, что Российское общество онкогинекологов также является на территории России одним из ведущих обществ профессиональных онкогинекологов. Будьте добры, следующий слайд. ЕСГО призывает к созданию общеевропейской гинекологической коалиции по борьбе с гинекологическим раком, которая станет платформой ведущих организаций среди стран, связанных с ЕСГО, для укрепления, налаживания связи, обмена идеями, лучшими практиками, продвижения гинекологической онкологии как многопрофильной дисциплины и обеспечит возможности обучения и обмена между странами Европы, повысит осведомленность и сделает Европейский голос профессионалов в области лечения гинекологического рака, который будет услышан и политиками. Следующий слайд. Какие преимущества взаимного сотрудничества? Ведь это возможность доступа российского общества онкогинекологов к образовательным ресурсам Европейского общества гинекологов, которое продлевается на протяжении года. Проведение диалогов между руководством Европейского общества и Российского общества. Участие молодых членов Российского общества в деятельности Европейской сети молодых гинекологических онкологов. Следующий слайд. И срок действия этого соглашения не менее 2 лет, и если не будет каких-то коллизий, то он будет автоматически продлеваться еще на следующие 2 года. И последний пункт. Вы видите, что нет сборов и финансовых компенсаций, связанных с этим соглашением. Спасибо большое. И вот последний слайд. Так как штаб-квартира Российского общества находится в Санкт-Петербурге, то выпущенные книги Ленинградской петербургской школы онкогинекологов мы позволили представить вот этот меморандум на одной из страниц. Спасибо большое за внимание. На этом мы хотели приветственное слово